занимаем правый ряд, стоимся как можно правее, не мешаем выезду граждан. Занимайте крайний правый ряд. Левый ряд должен быть свободен. Человек как-то не понимает. Что вы меня рвете? Вас никто не рвет. Вы тогда сюда, ко мне, подойдите. Ну вот, подойдите, объясните, что вы делаете. Вы что, куда едете? У нас ребенок визит 4-месячный, орет без этого. Мы договорились, нас выпускают. Ну, если нас правила как-то? У всех есть дети. Вам туда вставать. У всех есть дети, у вас тоже дети. Машина идет по приоритету. Еще раз вам говорю. Ваша машина? Да, моя машина. А какая у вас? А вам какая? Снимай. Почему я вам должен это объяснять? Вам именно. Так, будет так есть какие-то правила. Есть правила, машина идет по приоритету. Какая машина? Что это за машина? У вас обыкновенный номер. И что? Так покажите свой покажите. Приоритет сотруднику ДПС. Ну, люди же тоже вокруг. Приоритет стоит на границе. Почему вы покажите. Других не считаете так людьми? Вот на границу заедете, будет у вас приоритет. Вы сейчас разгляните машинку, поставьте туда. Да. Вон куда я отгоняю. Все, что? Подождите, и что дальше? Так вы так что, вам самому... показали? Все люди, почему понимаете, все вам люди. Вам показали приоритет? Давайте друг друга уважать. Почему я должен... А кому вы должны? Люди же вокруг. Люди вокруг. Так вы доедете и покажете. Отстоите очередь и проедете и покажете. Вот. Не будьте самым умным мужчиной. Вы тоже так же стоите? Нет, конечно, это что за издевательство? Мы стоим по 4 часа, сейчас. Полная машина взрослых людей, и вы почему-то едете переочередь. Потому что я тоже хочу проехать. Вы 4 часа стоите, давайте прокачаемся. И вот туда, давайте езжайте и постойте. Да ничего, мы вас ничего, мы тоже так же стоим. Мы так же стоим, как... А вы приехали? Давайте все туда устроим хаос. Выключите. Почему? Подождите, я в общественном месте, я журналист. Да я журналист. Мне без разницы, вы меня, вы не можете. Я понятно. Ладно. Не были голосованы. Ты придурок, блядь, поехал. Вы, я не придурок, я не специально. Извините, а сколько вообще очередь сейчас идет? Вот сколько вы стоите? С мы с 10. Приехали вот сюда. Приехали, нас развернули вот туда, да. Вот направо. Всегда так? Да, вот туда, доехали, да? Туда достаточно, да. Далеко. Потом там есть место разворота, и мы теперь стоим, да, в обратную сторону. Да. Но только еще впереди нас люди забирались вот через маленький проезд вот туда, вот, и мы стоим вообще двойную очередь, понимаете? В прошлом году была такая же очередь, очень хорошая организация, все, да, туда, и мы проехали за 2 часа вот отсюда вот так. Мы каждый год вообще сейчас стоим. Сейчас 2 очереди, 3 очереди. Куда вы едете? Мужчина. Где ваша очередь? Идите туда. Товарищи, у нас родной ребенок. И что дальше? А у меня беременная. Все. По правилам можно подъезжать прямо туда. Не надо. Вы узнаете там-то, сходите. Мы идите. Же первый раз туда идите, катаем. И мы пожалуйста, тоже. Нет, вы обратите внимание. Дачу не проехать. Хорошо. На даче не проехать, дорога вся забита в обе стороны. Вот эти машины, когда будете пропускать? На даче до рыбзавода, за рыбзавод непонятно куда. Вообще все перекрыто. Там же наверняка они копятся, они не закончатся никогда. Да откуда они там копятся? Там у нас Ну что? Вы отсюда? Откуда? Какая-то. Они лезут себе без очереди, на нас едут люди, вот оттуда. Вот. Мы вот эту очередь надо туда разворачивать. Вот нас развернули, а эти едут, понимаете, без очереди. Было принято решение выставить всех по Кингисеппскому шоссе. К сожалению, у нас многие водители не уважают других водителей. Вот мы про это и говорим, понимаете? Это уже личностное отношение. К сожалению, это да? Уже водители у нас такие. Еще раз вам объясняю. Мы пытаемся привести что-то в нормативное состояние. Для того, чтобы водители выстроились в один ряд, стали спокойно и приезжали спокойно по одному ряду. Вы меня услышите? Не надо? Я вас еще раз. И что мы теперь? Что мне сделать? С чем?
Что они нарушили? Что? Здесь какая? Какая? Чем я вам измерю скорость? Сертифицированный поверенный прибор. У меня нет. И вот это начали формировать, эту очередь, после того, как полностью оттуда... Там полно туда машин, было забито машины. Позже туда поехала. Это конец очереди. Тогда туда не пускается. Постоянно. Там все время едут. Целый денег. Вы там все закрываете, куда они поворачивают? Они объезжают. Во сколько человек? Я могу успеть. Так автолюбители. Народ сам разбирается, а сотрудники общими фразами от нас отнекиваются. Так это и не их задача, они нам помогают как могут, да. Почему не их? Отчасти их, они же регулируют движение, раз они все такие полномочия взяли. Понятно. Никто не хочет разворачиваться, но для того, чтобы здесь урегулировать это движение, я не знаю, что надо делать. Больше полос, больше машин, не знаю, будет ли это по нацеле. Вот, российский мапа «Вангород» работает на выпуск в 5 полос. Мы работаем в полную силу. Но если вы отсюда посмотрите, вот видите. По правой стороне еще в горку надо подняться. Очень большая пробка. Снимаем правый ряд, паркуемся как можно правее. Ожидание будет длительное.